Страны ASEAN начинают учения по ликвидации последствий природных бедствий. Организаторами выступили Китай и Малайзия, а заявленное количество участников и наблюдателей превысило 2000 человек. По сценарию проводить спасательные операции будут на пострадавшем от тайфуна полуострове Малакка. Маневры продлятся 4 дня. Их программа включает отработку противодействия техногенным и природным ЧП. Представители стран региона будут тренироваться в ликвидации утечек и опасных химикатов, спасении людей из обрушившихся зданий, при серьезных ДТП или в результате схода оползней. Учения проводятся раз в 2 года. Они нацелены на отработку совместного противодействия стихийным бедствиям. Китай впервые выступил в роли организатора маневров, проходящих за рубежом. От КНР в Малайзию прибыли более 600 специалистов из различных министерств. Страна также направила десантный корабль и несколько вертолетов. Наблюдателем от Китая стал член Госсовета Ван Юн.